Итак, всем привет. Не хотел знакомить вас с нашей машиной вот в таком вот формате, но случилась вот такая вот беда. Из названия ролика, как вы уже, наверное, поняли, то, что мы разбили свою машину. Новую машину. Ей всего лишь год и две недели, и мы попали в ДТП. Ну, как же это все произошло? Мы ехали утром на работу в 7 утра, еще довольно-таки темно у нас в это время. Заходя в крутой поворот, ну, скажем так, чуть-чуть не сбавили скорость, и навстречу шла встречная машина с дальним светом. Чтобы избежать лобового столкновения с ней, так как она шла, ну, практически посередине дороги, и мы практически посередине дороги шли, чтобы, ну, более, скажем так, удобнее зайти в поворот. Мы уходим влево. И получается, мы попадаем на другой съезд с дороги и на грунтовку. Машину заносит. И мы правой стороной машины ударяемся в бетонный забор и зеленое насаждение. Видео с регистратора, видео с места ДТП я, конечно же, покажу. Вот, прошло 2 дня, в принципе, в страховую, в полицию мы не обращались, так как здесь по факту наша вина была, и, скорее всего, машину мы будем восстанавливать сами. По предварительным таким подсчетом это не будет слишком дорого. Если заказывать бэушные запчасти, то в принципе нам нужно где-то, даже если очень сильно это все округлить, нам примерно понадобится около 1000 евро. Но это прям потолок. Возможно, это будет даже около дешевле, может быть, и в, ну, не в половину, но евро 600-700. Это если менять полностью все запчасти в бампере, но многие запчасти в бампере целые, я их переставлю на другую купленную запчасть. То есть буду покупать не все запчасти, которые нужны для полного бампера. Куплю только для той части, которая пострадала. Сейчас мельком покажу, что у нас произошло с машиной. Покажу видео, покажу место, где это все произошло и как это все произошло. Ну, будем ремонтировать, куда деваться. Пока будем ездить так. В общем, вот этот поворот, где нас занесло. Мы поворачивали, и навстречу машина. И вот мы ушли в бок от колея, от наших колес. Потом нас сюда резко поворачивает, и мы летим вот такое вот ограждение. Прилетаем. Ломаем бетонный столб. Вот еще кусок пенопласта от бампера. Ломаем ограждение бетонное. Вот царапина. Ну, короче, хорошо мы так прилетели. Вот оно, в принципе, идет повреждение у нас с правой стороны бампера. Бампер разбит в клочья, скажем так. Но, в принципе, дальше бампера это ничего не пошло. Ни защита, вот эта вот алюминиевая, ни лонжерон, ни бачок омывателя больше ничего не пострадали. Пострадало только вот крепление противотуманной фары. Сам бампер, который состоит из, скажем так, 2 частей, верхней и нижней. Также пострадала вот такая вот накладка от колеса.
пострадала у нас фара. Ну, фару, в принципе, можно будет и заполировать, но есть незначительные, скажем так, повреждения у самой фары. Фара треснула, и этот держатель фары, я не знаю, откуда, ну, что это за деталь, это деталь фары,